А я вас обманул, ребята. С вами Зонг. Походу, это была последняя миссия. Сказать, что я немножко удивлен. Ну что ж, пожалуй, ничего не сказать. Хотя в последней части я же говорил, что теперь так никто не пишет скрипты и сюжеты. Особенности национального игростроения подносят сюрпризы. Итак, но почему мне так не везет? Это дневник. Все люди, как люди, будут водку кушать, чтобы потом радостно валяться под кустами. А майор скоро изволите на вылет, и чтобы был трезвый до невозможности. Военный парад в честь торжественного знаменования. Тудюм, сюдюм, тырпыр, майдадыр. Пилотажная группа под управлением в 12:00 над городом, ага. Вот, парадным строем в праздничном камуфляже. Это что мы теперь, розочку под хвостом нарисовать? Шли бы они лесом, звено пойдет в боевом камуфляже, зима 2. И класть я на них хотел в ознаменование победы с прибором. А это значит, что все, ребята. Могу вас поздравить, и себя тоже. Арктическая кампания успешно завершена предыдущей миссией. Сверхсложной, сверхважной. Так сказать, катарсис наступил. Наслаждайтесь. База, это Фоксрот 1. Вышел в заданный район. Координаты сектор 09064. Принято, Фоксрот 1. Проверить все системы и доклад о готовности. Да в норме все. Пока. Подходим к точке поворота. Мощность 80%. Начало маневра плюс 20 секунд. Есть. С этими малышками под крыльями мы жрем энергию, как на форсаже. Машина послушна, как беременный бегемот. Фокстрот 1, это база. Вы в точке разворота. Правый 70, курс 0.30. Понял, выполняю. База, это Фокстрот 1. Вышел в зону стрельбы. К пуску готов. Фокстрот 1, это база. Пуск разрешаю. Залп. Я! Обратный курс. Есть обратный курс. Жахнет, что надо. Ну что тут еще сказать? Запись, дело закрыто, сдано в архив. Точно так же, как и наше великолепное игростроение. Остается только надеяться, что наступит когда-нибудь день, когда наши родные разработчики смогут повторить успехи блистательных предшественников. Я смотрю в будущее с оптимизмом и верю, что такой день настанет. Уже сейчас есть еще люди в наших русских селениях. Ну а что касается данной игры, то надеюсь, этот цикл довольно длинный, можно сказать. Продолжительный, причем вы видели еще далеко не все, а там было полно развивок. Любой желающий может приобрести игру в Steam или скачать откуда-нибудь, я не знаю, дело ваше. И пройти самому, собственно, вы все видели. Вы можете пройти самостоятельно эту игру, выбирая другие сюжетные развилки. Там будут другие миссии, другие задания, которые здесь не показал. То есть это не стопроцентное прохождение, возможно, но сделано для того, чтобы пробудить у вас вкус. Или если вы играли в это, многие зрители наверняка в это уже играли раньше, очень много лет назад, наверняка пустили скупую слезу ностальгии. Ради этого все делалось. В любом случае, надеюсь, вам понравилось. Мне точно понравилось. Это все-таки мое беззаботное детство, период игры в этот симулятор был позади. Было странно к нему вернуться спустя столько лет. Ну что ж, всем спасибо, я с вами не прощаюсь. До новых встреч.